Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Я видел проблеск грядущего. Если цефы второй стадии не способны провести терраформирование из-за сопротивления коренного населения, начинается третья стадия. Третья стадия подразумевает прибытие из галактики М-33 несравнимо более продвинутого специального воина цефа. О пришельцах третьей стадии известно мало. Но если не считать некоторого генетического родства с земными цефами, они, скорее всего, полностью от них отличаются.